О жизни, мире и спасении душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьей Церкви, соединении всех Господу помолимся. О святейшем патриархе Кирилле и высокопресвященнейшем патриархе Сергии и епископе, священце и всех все предстоящих и молящихся Господу помолимся. О многострадальной стране нашей России, правительстве и православных людей в Отечестве, в России, Николай, шапку сними. Максим, кепку сними. Максим, уйди оттуда и кепку сними. Оттуда уйди в сторону. Понес послание на нее благодать и искупление и благословение Иордана. Господу помолимся. О сошествии на воду эту очистительному действию Пресущественной Троицы. Господу помолимся. О просвещении над светом знания и благочестия через схождение Святого Духа. Господу помолимся. Да будет вода эта защитой от всех козней видимых и невидимых врагов. Господу помолимся. Господи, помилуй. Да удостоится крещаемые в ней нетленного царства. Господу помолимся. Господи, помилуй. О ныне приступающие ко святому просвещению спасения их. Господу помолимся. Господи, помилуй. Да явятся они сыновьями и дочерями света и наследниками вечных благ. Господу помолимся. Господи, да будет они соединены, сопричастны, соединенные и сопричастны смерти и воскресению Христа Бога нашего. Господу помолимся. Господи, да сохранят они неоскверненные, непорочные одежду крещения, обручения со Святым Духом до страшного дня последнего и грозного суда Христа Бога нашего. Господу помолимся. Господи, и да будет им вода эта омовением возрождения для прощения грехов, одежду бессмертия. Господу помолимся. Господи, да услышит Господь Бог глас моления нашего. Господу помолимся. Господи, вы избавитесь от всяких скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Создатели милости Божией, испытающие сердца и намерения человеческие, один знающий все тайны смертных. Ибо нет ничего скрытого от Тебя, но все обнажено и открыто пред взором Твоим. Знающий все обо мне, не вознушайся мною, не отврати лица Твоего от меня, не взирай в этот час на мои согрешения, не взирающий на грехи людей ради их покаяния. Омой нечистоту моего тела и скверну моей души, и всего меня освети силой божественной невидимой десницы Твоей. Да возвещает свободу и подавая ее другим, по незреченному человеку, твоему через веру совершенно. Можно и ближе. Сам не окажусь неисправившимся, как развращенный раб греха. О, да не будет того единой милости человека любимым владыка. Да не останусь я униженным и посрамленным, но не спошли мне силу свыше, укрепи меня для совершения предстоящего великого и пренебесного твоего таинства. И через меня недостойного отобрази Христа твоего, хотящих вновь родиться, и сам утверди их на основании апостолов твоих и пророков, и не допусти погибнуть, но насади их, словно цветущие дерева истины, во святой твоей соборной апостольской церкви, и не исторги, да вырастут,
и преуспеют они в благочестии и славятся через них все святое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Великий Ты, Господи, едины дела Твои, никакое слово не сможет достойно воспеть чудеса Твои. Великий Ты, Господи, едины дела Твои, никакое слово не сможет достойно воспеть чудеса Твоя. Великий Ты, Господи, дивны дела Твои, никакое слово не сможет достойно воспеть чудеса Твои. Ибо по воле Своей Ты всю жизнь привел из небытия, Ты силой Своей сотворенное хранишь и промыслом Своим управляешь миром. Ты создал из четырех стихий этот мир, Ты увенчал четырьмя временами круг года. Пред Тобой трепещут все духовные силы, Тебя воспевает солнце, Тебе прославляет луна. Пред Тобой благоговеют звезды, Тебя слушается свет, от взора Твоего содрогаются бездны источники, слуги Тебе. Ты простер небеса, как покров, Ты на водах утвердил землю, Ты оградил море песком, Ты воздух излил для дыхания живущих, ангелы все силы Тебе служат, солмы архангелов поклоняются, Ты окружен многоокими херувимами и шестикрылатыми серафимами, предстоящими, летающими, прикрывающими крыльями страхи от неприступной славы Твоей. Ты Бог безграничный и безначальный, и неизреченный. На землю сошел и принял образ раба, сделавшись подобным человеку. Ибо по милосердию и милости Твоей, Владыка, не мог без сострадания взирать на мучимый дьяволом человеческий род, потому пришел и спас нас. Исповедуем благодать, проповедуем милосердие, не скрываем Твои благодеяния. Ты освободил все роды людские, девственное чрево осветив рождением Своим. Все творение воспевает Тебя, явившегося, ибо Ты Бог наш. На землю пришел и жил с людьми. Ты с небес не спаслав святаго Твоего Духа, иорданские струи осветил и сокрушил голову змея, висящего там. Ты сам, человеколюбче, приди, и со шествием святаго Твоего Духа освети воду сия. Ты сам, человеколюбче, царю приди, и ныне... Ты сам, человеколюбче, царю приди, и ныне наитием святаго Твоего Духа освети воду сию. Дарую ей благодать искупления, благословение Иордана, сотвори источником бессмертия, даром освящения, спущения грехов. Побольше отойди, они не могут сойти по туда. Исцелением болезни, увеличением демонов, неприступным дьявольским силам, ангельским могуществом исполнены. Да убегут от нее злоумышленники против создания Твоего, ибо призвал я имя Твое, Господи, дивное и славное, и страшное дьявол. Сейчас снимем, пока бачку воду. Да погибнут по знанию образа священного креста Твоего вся силы дьявола. И да погибнут под знанием образа священного креста Твоего вся силы дьявола. Да погибнут по образам священного креста Твоего вся силы дьявола. Молюсь мне, Господи, да отступят от нас вся воздушные и таящиеся признаки, и да не утаится в воде сей демон темный, и да не сойдет скрещающимся лукавый омрачающий разум и смущающий помыслы. Но Ты, Владыка всех, яви эту воду водой искупления, водой освящения, очищением плоти и духа, освобождением от уз, прощением согрешений, просвещением души, омовением возрождения, обновлением духа, усыновлением даром, одежда нетления источником жизни. Ибо сказал Ты, Господи, умойтесь и очиститесь, удалите пороки от душ ваших. Ты свыше даровал нам новое рождение от воды и духа. Яви же себя, Господи, в воде сей даруй, перерождение в ней крещаемым, дабы, сняв с себя ветхого человека, погибающего от обольстительных похотей, облеклися в нового, обновляемого по образу создавшего его, достав крещение, причастием твоей смерти, приобщены будут
и к воскресению Твоему, и сохранив дар Святаго Твоего Духа, и умножив залог благодати, примут по почести небесного звания и присоединятся к первенцам, написанным в небесах у Тебя, Бога и Господа нашего Иисуса Христа, ибо Тебе подобает слава, честь и поклонение с обесточальным Отцем, Пресвятым, Благим и Творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Мир всем! Главы ваши, Господи, и преклоните. Владыка Господи, брат, ты Платон так чуть-чуть. Отцов наших, вышел с общением Ноевым, да убийцу пославший вес, оливы принес, слушай его уста, знак примирения с тобой и спасения от потопа. Ты благодати таинства тем прообразовал, илея плодов оливы для совершения твоих таинств подавая. Ты через него, бывших под ветхим законом царей, пророков и первосвященников Духом Святым исполнял, и ныне живущим благодати совершенства даруй. Сам благослови. Благослови и Елисий. Да будет он помазанием бессмертия, оружием правды, обновлением души и тела от всякого дьявольской силы защиты, к избавлению от всякого зла, всех с верой помазывающихся им и вкушающим его в славу Твою единородного Сына, Сына и Пресвятаго и Благожитворящего Духа ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Все же что-то помазуется работа, или обратно помазуется работа Татьяна. Thank you.
Максим. Ваня, идем. Чуть пошире, батюшка, шаг. Чуть пошире. Почему сделать там яма такая? Там не яма, там. Ну, батюшка, ну чуть шире шаг сделайте, пожалуйста. Только небольшой, ну конечно. Чуть пошире, ага. Там много шума. И, батюшка, сейчас вниз будет ступенечка метров, сантиметров 20. Ну зачем так, если бы так просто вы по... А там очень мягенько, батюшка, там прям ходили. Прекрасно. Там прям прекрасно все. Очень мягко, хорошо. Так, вот на храм смотри, руки на груди, складывай. Стоишь? Стой. Ты встал на наоборот, руки. На землю. Ну, на землю. Вставай, вставай. Вставай. Ну, там, стой, да. Все. Руки наоборот. Руки на груди. Крещается раб Божий Иоанн во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Проходите, братья, поширяйте, братья. Братья, по одному сразу подходите сюда. Пошел. Братья, в очередь становитесь рядом. Да, а то не хватит. Батюшка, их вот сюда, пожалуйста, вот сюда. Так, еще дальше. Не разговаривай. Так, как зовут? Никита. Никита. Вообще не крещен, крещается раб Божий Никита. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Ныне и присно, и во веки веков. И все, да? Тут учатся ребята. Это кто у нас? Еще, еще там пониже становится. Георгий, так, все, руки на груди держи. Аще не крещен, крещается раб Божий Георгий во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Не крещен, во веки веков. Аще не крещен, крещается раб Божий Николай во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Крещен, крещается раб Божий Александр во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Ныне пришли, и родился Духов. Георгий, а сейчас не крещен.
Отчине крещен, крещается раб Божий Георгий во имя Отца Амин. И Сына Амин. И Святаго Духа Амин. Мимо Христа и веки веков. Отче не крещен, крещает Царь Божий Павел во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Ныне присно и во веки веков. Аминь. Вода-то теплая, хорошо. А он под водой сидит, я не знаю, сколько он тут делали, когда он тут нырял на минуту. Давай, потихоньку, потихоньку. Так, когда пошире шагать. По, одной ногой пошире там. Еще шире, еще. Вот так, да. Все, держись руками. Сейчас братья хотят нас с это толкнуть. Прям такие еще кузнечки. Там площадка твердая. Позвать. Правую руку. Вот так. Руки на груди. Правую налево. Спокойно. Комментарий никаких не надо. Еще раз прошу. Так, что же сказать? Надежда. Отче не крещена, крещает Царь Божий Надежда. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Все, держись руками за поручни. Берись. У нас вода-то здесь уже 32 раз освещается. Аллилуйя. 32. Зайдет еще такой. Огромный теперь. Пошире шажок. Крещается раба Божия Диора во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Разворачивайся, бери себе больше. Татьяна. Крещается раба Божия Татьяна во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Ныне присно и во веки веков. Аминь. Сейчас пошире шагает, а то там... Ага, вот так. Так, это кто у нас идет? Марина. Так, еще понятно.
Еще пошли. Еще на. Аще не крещена, крещается раб Божий Марина. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Ныне присно и во веки веков. Аминь. Пошире делайте шаг, пошире. Так, это второй раз. Хотя что? Так, еще пониже на ступенечку. Вот так, все, руки. Так, вон, на храм, вон, на храм, смотри, вон храм, видишь крышу? Вон голубая крыша, видишь? Вот так. Крещается раба Божия. Так, Надежда. Надежда. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Ныне присно и во веки веков. Аминь. Сейчас пошире шагайте. А то там... Ага, вот так. Там, мелко там. Так, что это у нас идет? Любовь. Еще пониже на ступенечку. Я перешагнула ступенечку. Вот так, вообще. Так. Аще не крещена, крещается раба Божия любовь. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Ныне пришли и воды и любовь. Аминь. Держись. Может, это прикрыв, Господь. Фотографировали. Солнышко, говорю, Господь прикрыл, что фотографировали. Чтобы получилось фотографии. Не отблескивало. Пониже на ступенечку. Вот так, все. Руки. Сейчас. Я уплываю. Сейчас, тихонечко. Ничего, ничего, еще. Руки на груди. Я тебя держу. Как? Людмила? Людмила. Аще не крещена, крещается раб Божий Людмила. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Благодарю. Все ведь он хотел тоже, давайте. Аще не крещена, крещается раб Божий Нина. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. И ныне присно и во веки веков. Будешь купаться? Айда, покупай, айда. Айда. Водичка теплая, теплая. Да. Никогда не купался он еще, да? В прошлом году здесь. В прошлом году он.
Принял. Он любит купаться. Христиан. Принял. Поплавай. Я буду тебя держать. Молодец, какой грибочки. Греби, ты вот так вот. Руками так, греби вот так. Греби так. Ага. Щенит, болтай руками-то, болтай. А можно, хочешь нырнуть? Закрывай ротик, давай сейчас нырнем в водичку. Бери. Все, молодец. Как предсказуемо поведение человека. Да? Есть треба выйти, есть треба выйти, нам выйти на берег, есть треба. Что ты болтаешь, брат? Я болтаю. Есть треба выйти, брат. Да сейчас мы. Весло. Не сломайте. Вы идите дальше, иди. Ладно, пока. Все, слава Христу. Аллилуйя. Не сейчас. Не, сейчас нет. Батюшки на туфли где, кто убирал? Вон они стоят. А, нет. Пошли у тебя. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, да жестуйте все правые сердца.
спустися, во Христа припустися, аллилуйя. И лице, во Христа крестися, во Христа припустися, аллилуйя. Во Христа крестися, мир всем, и мудрость, прокинем глаз третий, Господь, просвещение мое, спасите мой, кого убоюся, Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь, защити жизни моей, кого страшуся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Послание к римлянам святого апостола Павла, чтение. Он мне. Братие. Все мы во Христа. Все мы во Христа крестившиеся, во Христа Иисуса, смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господи нашем. Итак, да не царствует грех. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святого Евангелия чтение. После воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа 11 учеников Его пошли в Галилею на гору, где повелел им ожидать Его Иисус. И одни, увидев Его, поклонились Ему, и некоторые усомнились. И прибывший Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Да идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча и соблюдая все, что я заповедал вам. И я буду с вами во все дни до скончания века. Аминь. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавлением грехов. Работая во святом крещении даровавший, и жизнь через второе рождение подавший, сам Владыка Господь по благоволению Своему, непрестанно озаряя светом лица Твоего сердца их, ищит веры их, непосрамленным от врагов соблюди, одежду бессмертия, в которую они облеглись ныне, сбереги неоскверненные и чистые, и духовную неповрежденную в нем,
благодатью сохрани, милостью будь к ним. И к нам помножи сострадание Твоего, и благословен, и прошаюсь всеми почитаемое и всевеличественное имя Твое, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи Боже наш, через купель небесное освящение и сияние крещаем подающий. Ты вновь родил водой и духом новопросвященных рабов Твоих и даровал им прощение вольных и невольных согрешений. Возложив на них всемогущество руку Твою и сохрани силу любви Твоей, и сохраняя нерасхищенной честь обручения их. Удостоив с любовью служить Тебе достиг вечной жизни, ибо Ты, освящая освящение наших теса, воссылаем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Мир всем. И духа Твоего. Вы ваши, Господи, вы преклоните. Облачившийся Тебя, Христа и Бога, нашего пред Тобой со всеми нами, склонив главы Своя, сохрани же их, да прибудут непобедимые воины против всей силы дьявольской, напрасно враждующих с ними и с нами. И венчав бессмертием своим всех нас победителями, до самого конца покажи, ибо в Твоей власти милуйте, спасать Тебе мы славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым благим стоящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Дался, просветился, светился, омылся именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Крестился, просветился, миропомазался, осветился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи, наш образом своим пощивый человека. Из разумной души и прекрасного тела Ты составил его, да послужит тело разумной душе. Ты голову превыше всего поставил, множество чувств в ней поместив, не мешающих друг другу, и волосами покрыл ее, да не повредят ей перемены воздушные. Все члены тела по потребности расположил, да всеми благодарить Тебя, изрядного художника, сам Владыка, через избранного сосуда Твоего апостола Павла, заповедавши нам все делать во славу Твою и рабов Твоих сих, Иоанна, Татьяна, Евору, пришедших, принять начальное пострижение волос головы своей, благослови вместе с восприемниками их и дай им всегда по участию в законе Твоему совершать угодное Тебе, ибо Ты милости человек, люби Бог. Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Господи, вы преклоните. Господи, познаешь по благости Твоей, освящающей, верующей Тебя, в полноте крещальной купели, сам благослови и этих новопросвященных, и да снидет на главу их благословение Твое, и как благословил пророка Самуила, царя Давида, так благослови рукой мне грешного и голову рабов Твоих, и Иоанна, и Воры, Татьяну. И пребывая в них Духом Твоим Святым, да упреспевая и возрастание, до старости глубокой славы Тебе воссылает,
созерцая во все дни жизни своей благо небесного Иерусалима, ведь ему подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Сдвигается, да, Боже Иоанн. Постигается раба Божия Татьяна. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистенства Матери святых славных и всехвальных апостолов, преподобных, богоносных, отец наших, святых праведных, Божьих отец, и мои всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Господи, мир, здравие и во всем благое поспешение, всем же снова просвященным рабом Твоим и всем где предстоящим и молящимся, и сохрани их на многое лето. Oh.
подрезники. А что? Там подрезники, посмотри, там крестики, смотрите, должны быть. Если нет, тогда там странно такой. Так, ну все, что, поздравляйте. Поздравляю. Проходите, обнимайтесь. Поздравляйте всех. А, батюшка еще? Нету, не нашел. Нету. Все, брат, поздравляю. Нету? Поздравляем, сестры. Так, кто внес что, так же берите. Там если в грязь, траву обойдет. Новокрещенных просите молиться за них. Да, надо за нас молиться. Каждый особенно. Теперь Девора. Девора, молись за нас. Конкретно просьбу надо, брат, отходить. Да. Свою лично. Стюр, иди раздейся, иди. Девора, помолись, чтобы мне таланты мои. Тебе сейчас надо отходить. Чудесно. Так, здравия. Советуйте. Нет, брат. Я за ним. Ну, брат, а все, все, а ты еще заплакал? Пойдем еще покупаем? Пойдешь? Нет. А что ты так? А вода-то теплая, как парное молоко. Да вы тренировались, да, батюшка? Обкупывать тренировались, говорю. Траву. Так, друзья, все, брат, брат, Александр. Обтереть надо. Александр, обтереть надо. Александр, обтереть. Низ. Травой надо. Ну вот вон там приди, вон травы много, вон там скошено. Возьми. Ты че? Давай, укрепи тебя Господь. Ну все, давай, братья.
Мир тебе. С миром, брат. Давай, брат, тоже. А вот нам всем Господь наш Иисус Христос. Любви, Господи, владеть такого брата нашего. Следование за ним. Так, идем. Рученька петь будем. Все, новокрещенные, вперед. Тебя Девору искал что-то. А я уже все обнялся. Уже обнялись. Моя, моя. Ну что, сестра, крещение тебе. Спасибо, Христа. Спасибо, брат. Я рада, очень рада. Все, Ваня довольный вообще. Братик, к отцу, в семью вашу. Живо-здорово. Помоги, Господи. Там топор лежит. Нужно забрать его. Да, да, нужно. Пойдем на бедить. Забираешь? Что, пока оставляем пока что? Ну пока оставляем, да. Потом забираем. Пока палатки будут снимать. Сейчас что, куда идти? Нет, тебе-то в храм надо идти. Тебе-то, наверное, куда? Вам в храм ко кресту, ну или куда? Хотя да, заберем. А лодку может захватить? Да, кого еще подвезти? Садитесь. Ну давай, сестра. Давай, я выйду. Боже, помощи тебе. Я уже думал, там на кухне застрял где-то. Нет, я здесь. Ну, слава Богу. Брат. Аллилуйя. Одно есть? Светлана, смотри, где он. Есть. Брат, садись, Володя. Садись, сейчас опередим.